Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Взуття є частиною вашого образу. Від того, як ви його обираєте і з чим будете комбінувати, залежить враження про вас. Саме про взуття будемо говорити сьогодні з іміджмейкеркою, стилісткою. Сьогодні у нашій студії Анна Коновчук, і я дуже рада, що ви прийшли до нас. Ми будемо говорити про взуття і про те, як же його і з чим комбінувати. Тому одразу хочеться запитати вас, як же взуття взагалі можна комбінувати і що можна сказати про людину, яка носить, наприклад, будь-яке взуття. Тобто люди розподіляються за характерами, за типами. І від того, яке взуття у людини, складається перше враження про неї. Ну, можно так, конечно же, сказать. Дело в том, что есть различные стили. Стили в одежде и предпочитаемые стили человека. Соответственно, на основании вот этого стиля, который человек для себя определяет и предпочитает, вот он и выбирает на основании этого обувь. То есть, если этот человек, например, предпочитает драматический какой-то стиль, он драматического типажа, соответственно, он выберет туфли на каблуке. И что мы сможем сказать за ужином носком? Возможно, черные или даже красные. Что мы можем сказать? Мы сразу же поймем, что это действительно драма. Это будет видно по женщине, это будет видно по даме, это будет то, что она дает в этот мир. Ну і так, справді, ми ж можемо змінювати взуття, але все одно ми обираємо щось за своїми переживаннями, так? Тобто, якщо ми навіть кросівки обираємо на якусь погоду, наприклад, чи просто зручні, наприклад, для спорту чи для повсякденного життя, і ми ж так само можемо взути і, наприклад, якісь туфлі, дуже гарні, вишукані, там, з підборами, але це та ж сама людина обирає. Тому... И все одно мы же выбираем какого-то типа, и кроссовки, и туфли. Так? Ну, вы знаете, Юля, дело в том, что если человек, все-таки у него лежит душа к каблукам, вот он действительно этого типа, этого характера, он на самом деле, у него, может быть, и будет одна пара кроссовок, но по моему опыту могу сказать, что такие леди даже на пикник, на шашлык пойдут в туфлях на каблуке. Вот серьезно. Это будет редкость. Вот такую платформу да, себе да, берут. Да, ну, да, бачите, и с узеньким носиком. Ну, так. Так і є, справді. Взуття зараз безліч, гарне воно, будь-яке, на різний смак, але як його правильно обирати, якраз тут ви нам і необхідні, Аня. Розкажете так, нам, як же обирати взуття, на що треба звертати увагу. Я хотела сказать, что, конечно же, есть глобальные тренды сейчас в мире. Глобальные тренды – это у нас, конечно же, индивидуальность. То есть то, что человек несет в мир – это самое главное. Еще глобальный тренд сейчас – экологичность и свобода. То есть чтобы был воздух между одеждой и, можно сказать, даже обувью, облегаемость – это антитренд, когда что-то облегает. На основании вот этих глобальных трендов уже модные дома и строят свои какие-то модные идеи, и коллекции. Поэтому сейчас я вот расскажу. Все, конечно, мы хотим знать о трендах, антитрендах. А як хочеться, да. Справді. Да. І ви знаєте, те, що зараз є на полицях, те, що з'являється, приблизно можна зробити якийсь висновок. Ну, от ми заходимо в магазин, ми бачимо, що поступила нова колекція. Ми бачимо, які форми, який вид взуття з'являється зараз. Заходимо в інший магазин, бачимо зовсім іншу картину. І так зробити загальну уяву, загальну характеристику дуже складно, бо насправді багато всього. І один дизайнер говорить, що так модно, інший додає, що саме за його точкою зору і інше модне. І дивишся і не розумієш, як же правильно і на що треба звертати увагу, на що орієнтуватися. Я могу сказать, мало того, то, что вы увидите в магазине, многое будет на самом деле не модно. Это будут остатки коллекции, которые магазину, по, соответственно, его задачам от руководства нужно просто продать. И что они пишут? Это будет антитренд. Новая коллекция пишут? Ну, возможно, все-таки так они не поступают, чтобы писать новая коллекция. Но то, что это будет на полках и даже на первоочередных полках, это действительно вот факт. Маркетинговый хит. Да, да, да. И, ну, это просто нужно сделать продажи, это лежит на складах, і це можна продавати. Це було закуплено в великому кількості. Анечка, ну ви нам зараз розкажете, на що нам треба звертати увагу і як не помилитися, і не потрапити у пастку антитрендів. Так.
конечно же, сейчас я вам расскажу. Хотела еще сказать несколько слов, что основное, конечно, по критерии, по которому мы будем выбирать обувь, это крой. Это первоочередное. Цвет и какие-то детали, принты, например, или же украшения на обуви. Это уже второстепенно, это уже каждый может определить больше для себя. Главное сориентироваться на модель, и таким образом мы уже можем выбрать и не попасть в просак антитренда. Так вот, первые и основные, я думаю, сейчас вы посмотрите те примеры, которые я привела. Вы подобрала для нас. Да, подобрала для вас специально. Первое основное – это казаки. Новомодная сейчас обувь. Чем она характерна и какой она тренд поддерживает, скажем так, из глобальных? Это удобство. Я, возможно, не сказала, еще один из трендов, да, это удобство. Что основное в казаках? Это небольшой каблук. Он очень удобен. Это широкое голенище. Казаки могут быть как высокого голенища, то есть сапоги казаки, как и ботильоны казаки, когда укороченное голенище. В них очень удобно и, конечно же, комфортно поэтому. Угу. Вот. Це таке взуття, яке можна носити у цей саме період. Так, от ми можемо звернути увагу, що зараз купувати собі, але ж вони колись були модними. Багато років тому. Это, скажу я вам, отдельный разговор на эту тему можно сделать. Дело в том, что да, мода циклична, она постоянно возвращается. И сейчас у нас мы можем наблюдать моду 90-х и 80-х на самом деле. Ну, в кого залишилися, можно носить, так? Да, если это в хорошем качестве, вот вы совершенно правы. Если хорошее состояние, нет изношенности, еще отдельно можно говорить о трендах сейчас, это экологичность, а соответственно винтаж. Поскольку здесь, что можно сказать, винтаж – это когда мы используем какие-то старые, да, ну как старые, они визуально хорошие, но они прошлых, достаточно давних годов выпуска вещи. Это очень хорошо выглядит, до речи, и когда такие винтажные вещи подкресливают форму взуття, то это взагалі, мне кажется, ну просто шик. Особливий такий. Да, так і є, так і є, да. І головне, це підтримує тренд екологічності. Тобто нічого не производиться нового, ви не закупаєте нові изделия, ви не складируєте у себе це на полках, а ви використовуєте речі, які були зроблені раніше. Тобто даєте їм вторую життя. Головне, щоб не порвалося. Ну, здесь с умом, конечно, нужно подходить, соглашусь с вами. Итак, следующие тоже новомодные у нас обувь – это милитари ботинки или же милитари сапоги. Еще их у нас называют берцы. Я тоже привела картинки. Це пов'язано якось, мабуть, з таким трендом всесвітнім, таким от мілітарі. І дуже багато дизайнерів вже багато років поспіль, ну, може, 5 так точно використовують мілітарі, так, в своїх колекціях. Пов'язано якось воно з війною, так? Але ж, знаєте, якось дуже сумно подеколи думати про те, що і колір, і фактура, і взагалі, як вони виглядають, воно справді, це такий стиль, нібито непоганий, але все ж є натяк на війну, так би мовити. Да, ви знаєте, відображення дизайнера відображає те, що відбувається в світі. От на самом деле високі дава моди, те, що чувствуется и какие веяния идут в мире. Ну, действительно, нужно сказать, что есть такое, да, есть военные положения, и, соответственно, это отображается на коллекциях модных домов. Это не только в обуви, это тоже отдельный разговор о моде и о модных домах, можно об этом говорить долго. Соответственно, что я хочу сказать, но здесь еще отображен какой глобальный тренд? Опять же, комфорт и удобство. Это невысокий каблук, это не облегает ногу, это очень комфортно и удобно. И, соответственно, вот как я привела на фотографиях, носибельно очень, и можно использовать даже с платьями. Это не обязательно брюки и какая-то военная такая одежда. Нет, сейчас как раз тренд – это смешение, смешение различных стилей. Поэтому с платьями это как раз очень актуально, с юбками и платьями. Вот предлагается носить все-таки так, добавить Тобто не використовувати це в чистому вигляді, звичайно ж, потрібно розбавляти, розмішувати, бо ми ж жінки, ми хочемо бути гарними завжди. Звісно, ви совершенно праві. Для чоловіків теж залишається такий самий тренд, так? Ми чоловічу моду трошки з вами залишили десь там осторонь, але хочеться пару слів сказати і про чоловіків. Вони також можуть орієнтуватися на ці ж самі світові тренди, які ви проводили для жінок і так само і для чоловіків. Звісно ж, звісно. Конечно
скажи, Юля, дальше там еще будет звучать о кроссовках. Это также совершенно актуально для мужчин. И вообще, если так говорить, то в мире сейчас присутствует смешение. Смешение, то есть мы видим, что женщины одевают мужское, мужчины, в принципе, можно сказать, что да, тоже женское, по крайней мере, мода вот на обувь у них очень совпадает с женской. И женщины носят Челси, это вообще-то мужская обувь, мужские ботинки. Поэтому, да, здесь вот есть такая андрогенность, смешение вот такое, вот уже теряются какие-то вот эти отличия. Ну, это такой глобальный тренд. Как бы мы этого не хотели. Залишаємо жінками. Да. Хочу сказати, поэтому ще так додати. І носимо, можливо, десь подеколи і спіднички, якщо це нам буде зручно, звичайно ж. Аня, скільки пар взуття треба мати у себе в гардеробі? Ох, опять же, вернемся к тому, все зависит от личности, от персоналии. То есть, насколько человек, куда, какие у него выходы, для чего он это использует. В первую очередь, когда я общаюсь с клиентом, я, конечно же, изучаю его жизнь, его работу, его направление деятельности. Возможно, это человек, там много собак, и он часто гуляет с собаками. Или какие-то другие моменты, да. Вот от этого зависит количество пар в гардеробе. Если, например, эта девушка, леди, она только занята бизнесом, работой, то это может быть там 4 пары и даже не больше. А если же ну, человек, который как-то разнообразен, например, много путешествует, нужно еще удобство и комфорт и тому подобное, то, конечно же, пар может быть ну, значительно больше. На самом насправді, зараз багато людей вже переходять на інший спосіб життя, бо він у нас такий дуже багато часу ми витрачаємо і швидкоплинний спосіб життя. Ми завжди поспішаємо і тому переходимо з підборів на більш зручну таку платформу, на більш зручне взуття. Нам хочеться носити або кросівки, або щось ще, от як ви сказали, так, на низьких таких низькій підошві. Дуже хочеться мати і зручну, і гарну. І якщо вже ми так візьмемо, наприклад, там якісь ботильйони, чи там візьмемо туфлі, наприклад, зараз справді вже такий перехідний період, нам хочеться мати гарні чоботи, і хочеться їх комбінувати з тим, що у нас є в гардеробі. Ну, наприклад, там пальто, так? А пальто, багато пальто ж не купиш, і якщо буде в гардеробі там 2-3, то це вже добре. Да. Переважно да. Жінки ж на один сезон не купують собі більше. Ну, можливо, там є, звичайно ж, можливості, то більше. А так, ну, 3, може, 4 в когось. Достатньо, да. Достатньо, так? Да. То, ось таким пальто, як краще комбінувати взуття? Ну, смотрите, дальше я хотела еще рассказать, вот вы упомянули, что кто-то любит комфорт, низкую подошву, кто-то же все-таки предпочитает каблук. Тем более сейчас разнообразие достаточно большое, и каблук может быть совершенно небольшой, Kitty Heel он называется. Он может быть, наоборот, широкий и повыше, но очень комфортный и удобный, поскольку широкий, то есть стабильность такая есть, устойчивость. Поэтому, если касательно говорить, что поэтому разнообразие очень большое. Если же касательно говорить пальто, то вот все, что я назвала вот пока сейчас, это тоже очень хорошо сочетается с пальто. Опять же, ведь мы же можем сказать, какое пальто. Есть разный крой пальто. Если, например, это пальто чуть ниже колена, то есть такое полупальто, то это отличное сочетание. Удлиненные пальто тоже хорошо. Хотя, конечно, удлиненные пальто я больше бы носила все-таки на повыше каблучки. Угу. Вот. Але ж, якщо це куртка, наприклад, то теж треба розуміти, яке взуття вам більше підходить. Як от взагалі комбінувати? Куртка, пальто і що потім? Ви маєте в виду обувь якою? Так. Чоботи? Ну, смотрите, опять же, куда направляется человек? Если это какая-то встреча деловая или вот прямой эфир, да, то тогда это лучше, конечно же, надеть каблук. Если элегантность, же... так? Залишаем. Да, да. Mm-hmm. Тогда будем элегантны. Вот именно в этом моменте. Если же человек при этом, например, нужно будет много ходить, тот же совершать шопинг, да, пожалуйста, к пальто мы можем надеть спокойно кроссовки. Грубые, агли кроссовки. Хорошо угу. Смотрится. Ви казали ще про кросівки, що ми сьогодні поговоримо. Да, і ви ще підготували для нас декілька підбірок кросівок. І що ж то за кросівки, які вони можуть бути цього сезону? Смотрите, с нами остаются кроссовки Ugly Choice, они еще называются, ну, или же вообще Ugly переводится как уродливый, то есть это такие огромные, большие, нарочито большие кроссовки, да,
Вот мы видим на экране. На самом деле сейчас мы их еще можем носить, поскольку температура позволяет. Ну, буквально уже в скором времени, конечно же, будет холодно в них достаточно. Но они пришли к нам еще из прошлого года, они были актуальны в прошлом году. И в следующем году тоже не потеряют свою популярность. Поэтому форма яка? Який носок? Оце такий широкий-широкий. Да, такий. Да. І ця тенденція в нас зберігається і на інший вид взуття чи ні? Да, конечно. Мы можем сказать, что те же самые, как я говорила, берцы, они именно в этом сезоне более нарочито такие угловатые, платформа более грубая, вот она угрубленная еще, в отличие от прошлого сезона. Это к нам пришло, скажем, вот от Ugly Shoes. Ну вот, если не дуже вже так душа лежит, как то кажут, до таких грубых форм, чи є альтернатива и чи можемо ми використовувати більш вишукані форми? Конечно же, мода сейчас очень разнообразна, и, наверное, антитрендов, конечно же, значительно меньше, чем трендов. Вот все, можно сказать, все в моде, если так вот глобально говорить. Каблук тоже, он тоже актуален. И сейчас я хотела показать вам подборку, именно уже говоря о каблуке. Но в первую очередь я, конечно, упомяну сапоги, которые высокие, сапоги-ботфорты. Сапоги-трубы – это когда у нас свободное голенище. И сейчас еще такой актуальный, очень актуальная изюминка – это заправлять свободные, вот как раз здесь приведена, заправлять свободные брюки, свободные джинсы. Здесь ключевое слово все-таки «свободные». Заправляем свободные джинсы и брюки вот в эти ботфорты, в эти свободные такие сапоги с свободным голенищем. Вот отлично здесь как раз вот я подобрала эти примеры. Конечно, это не каждому близко, но стоит попробовать, а может быть вам понравится. Ну так, треба, звичайно, пробувати, да. Бо ніколи не знаєш, як може тобі личити. Може, це буде якраз саме те, що ти давно шукав. Да, ваша ідея. І саме головне, здесь брюки не измажутся, когда пойдет дождь. Здесь вот я привела подборку, что эти же сапоги с широким голенищем очень красиво использовать с юбкой, с платьем, когда они заходят под подол и скрыты, и вы тогда теряется, непонятно, какая же у них длина, но это на самом деле высокие сапоги, очень красиво смотрятся. Насколько вот высокие? Выше колена? Могут быть выше, это будут уже сапоги-чулки, там тоже будет подборка, они более облегающие. Те же, которые мы сейчас говорим, сапоги-трубы, они в основном идут до колена. И их можно еще использовать, приспуская ниже, чтобы была такая вот присборенность около щиколотки получалась. И тогда, ну, более оригинально смотрится. Так. Ну що, Анечка, ми так багато чого вже розглянули і зробили висновок, що основний тренд – це більш такий грубий на сьогоднішній день. Все ж він залишається так, так. Але можна додавати свої смаки і доносити щось, бо ми ж хочемо гарно виглядати, ми хочемо показати, хто ми в суспільстві, так, показати себе, і, звичайно ж, ми додаємо свій характер. Тому, справді, дуже цікаво було почути від вас усе це і побачити, звісно ж, усі ті ваші колекції, які вам приглянулися. Те, що вам захотілося сьогодні принести і чим захотілося поділитися. Тому я так сподіваюся, що ми, звичайно ж, візьмемо ту родзиночку, яку ви сьогодні принесли до нашої студії, і будемо пам'ятати, і, можливо, хтось використає у своєму гардеробі. Так, звісно ж. Тому наступного разу чекаємо ще вас, можливо, з новою колекцією, з новою підборкою. Можливо, це буде інший сезон, але ми будемо теж розуміти, що нам цього буде досить. Так, да, про моду можна багато говорити, тому дякую за приглашення. Ну, я вас пользуюсь. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин саме у цій студії.